Спартакиада нефтяников продолжается. Накануне сотрудники «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза» сошлись в шахматных баталиях. Как показали результаты, в борьбе интеллектуальной равных не было команде цеха сбора, добычи и транспорта газа. На втором месте аппарат управления, на третьем – ЦППН-1. Напомним, всего участие в «Спартакиаде» принимают 13 цехов подразделений нефтедобывающего предприятия. Позади баскетбол, гиревой спорт, дартс, плавание, волейбол, мини-футбол, лыжные гонки и настольный теннис. Осталось лишь выявить лучших в пулевой стрельбе и обязательном виде в зачет «Спартакиады» – легкоатлетическом кроссе. После последнего тура в общем зачете лидирует команда аппарата управления. На втором месте – ЦДНГ-1. Замыкает тройку лидеров цех подготовки и перекачки нефти номер один.